Приветствую всех, кто зашел посмотреть это видео. Я очень рада с вами встретиться. Сегодня снимаю обзор на бижутерию с AliExpress. Все ссылки, как всегда, найдете в описании. Кстати, бижутерия сегодня будет очень бюджетной. Давайте уже ее поближе рассматривать. Всем приятного просмотра. Вот так много товаров покажу я вам в сегодняшнем обзоре. Также в заказ я включила фирменные коробочки. И первый мой выбор на сегодня — это набор колец. Одно кольцо классическое с дорожкой белых фианитов. Второе с крупным квадратным чистым прозрачным камнем в центре. И также с дорожками фианитов по бокам. Стоимость набора этих колец составляет 302 рубля. Выбрала я его в размере 6, на мой размер 16,5. И слава богу, они отлично подошли мне по размеру. Кольца понравились, их качество на высоте, отлично они гармонируют друг с другом, прекрасно друг другу подходят и обладают прекрасным качеством. Следующий мой выбор — это ожерелье, также в серебряном цвете, и оно уже именно из серебра 925 пробы, стоимость его 330 рублей. Камни здесь кубические циркони, очень тонкое, нежное, изящное, минималистичное украшение, также отличного качества. Следующий мой выбор обошелся мне всего в 134 рубля. Это прекрасные серьги-гвоздики, ножка которых выполнена из серебра 925 пробы, а камень здесь агат. Эти серьги представлены в трех размерах. У меня они в среднем размере. Диаметр шара здесь 6 мм. Также, кроме желтой расцветки, они имеются в красной, черной, розовой и бордовой расцветках. Мне безумно нравятся эти серьги. Они здорово подходят к моему желтому свитеру. Отлично завершаются образ. И вообще, как вы знаете, желтый цвет в этом сезоне является очень актуальным. Следующее, что хочу вам показать, это еще одно прекрасное ожерелье, стоимость которого всего 211 рублей. Также камни здесь кубические циркони, тип металла здесь медь. Также очень красивое, элегантное ожерелье, мне оно безумно нравится. Очень красиво оно смотрится с черной одеждой, несмотря на то, что это ожерелье не маленькое, но смотрится оно не вычурно и не имеет ни одной лишней детали. Следующий мой выбор — это кольцо из серебра 925 пробы. Кольцо это безразмерное, поэтому подойдет вам на любой размер вашего пальца, причем на любой из ваших пальцев, без мучения в выборе размера. Также очень красивое, изящное, прекрасного качества. Ничего здесь лишнего, оно очень тоненькое. Размер свой меняет довольно легко. 580 рублей была его стоимость на момент оформления заказа. Далее хочу показать вам целый комплект. Первое, что в него входит, это ожерелье, представляющее круглый кулон, к которому присоединяется тонкая цепочка, кубические циркони в центре, он круглой формы. Очень нравится мне дизайн этого кулона, сама цепочка тоненькая, с ее качеством все в порядке, длина ее регулируется, стоимость ее всего 80 рублей. Следующее, что входит в комплект, это серьги, цена которых всего 66 рублей. Они точно в таком же дизайне, застежка их в виде гвоздиков. Тоже прекрасно эти серьги смотрятся в надетом виде, прекрасно гармонируют с прошлой цепочкой. И третье, что входит в мой комплект, это кольцо стоимостью 100 рублей. Размер кольца здесь снова я выбрала 6. Снова он мне подошел на 16,5 размер. Снова в том же дизайне выполнено это кольцо. В общем, весь сет обошелся мне менее чем в 300 рублей. И мне безумно нравится, как он выглядит.
Следующее, что представляю вашему вниманию, это двуслойное ожерелье, состоящее из двух тоненьких цепочек. Стоимость его 208 рублей. На верхней цепочке находится маленький кулончик круглой формы с камнем в центре. И на нижней цепочке располагается кулон в виде горизонтальной планки. Очень стильное украшение. Очень давно я к нему присматривалась, наконец-то его заказала. Заказом осталась безумно довольна. И мне нравится, что это украшение совершенно идеально подходит к абсолютно любому образу и стилю. Далее у меня еще один комплект, состоящий из сережек. На этот раз они у меня уже в золотом цвете. Стоимость их 220 рублей. Это серьги-гвоздики, но у них очень интересный дизайн именно самого крепления. Держатся они на ухе очень прочно. У них очень хорошая застежка, как и у всех, кстати, предыдущих сережек. Камни чистые, прекрасно вставлены. Все держатся надежно, никаких дефектов здесь нет. Смотрятся на ухе очень аккуратно. И к этим сережкам я заказала цепочку с кулоном. Кулон здесь точно в таком же дизайне. Также, конечно же, в цвете розового золота я его выбрала. Помимо золотого цвета, по этой же ссылке имеется и серебряный цвет этого ожерелья. 134 рубля его стоимость. Далее еще один комплект, который я подобрала. Но, конечно же, предметы из него можно купить и по отдельности, как и из всех прошлых сетов, которые я показывала до этого. Итак, это у меня серьги-гвоздики в виде воздушных сердечек с камнем в центре. 93 рубля их стоимость. Цвет металла здесь, кстати, очень светлый, светлее, чем у прошлых украшений. Смотрятся эти серьги очень миниатюрно. Подойдут, я думаю, девушкам любого возраста. Также прекрасно будут смотреться на девочках. И к этим серьгам я выбрала цепочку с кулоном, стоимость которых 99 рублей. Такой же дизайн, но чуть больше размер кулона. Очень здорово они смотрятся вместе друг с другом. Ну и цены их, конечно, приятно радуют. Следующее, что я хочу вам показать, это ожерелье, которое обошлось мне всего в 152 рубля, несмотря на свой такой довольно внушительный вид. Три расцветки имеются у продавца в цвете желтого золота, розового золота и в цвете серебра. Также очень красивое ожерелье, прекрасные здесь прозрачные, довольно крупные камни. Все выполнено идеально, ни одного недостатка. В надетом виде смотрится, как мне кажется, очень интересно и здорово все эти крупные камни играют на свету. К тому ожерелью я подобрала вот такой браслет, стоимость которого 270 рублей, в золотом и серебряном цветах. Он представлен у продавца. Длина этого браслета регулируется, но на моем обхвате запястья он сидит довольно свободно, хотя я застегивала его на самое первое деление. Как смотрится на руке, мне очень нравится и хорошо подходит к прошлому ожерелью. Следующий мой заказ – это очень тонкая цепочка с изящным кулоном в виде месяца из серебра 925 пробы. 269 рублей – стоимость всего этого ожерелья. Цепочка здесь действительно намного тоньше, чем все прошлые цепочки, и мне это нравится. На обратной поверхности кулона выбито число 925.
Далее покажу вам комплект, который я заказала для своей мамы. Она у меня очень любит такие объемные, крупные украшения. 1000 рублей стоимость этого комплекта. В серебряном цвете мама его выбрала. Также в золотом цвете он представлен у продавца. Ей этот комплект понравился. Сразу же после обзора я ей его подарила. И я наблюдала, как она с удовольствием его разглядывает, рассматривает. Мне понравились серьги из этого комплекта. В особенности понравилась их суперудобная застежка. При этом она очень прочная, хорошо фиксирует серьги, при этом не слишком давит на мочку. Дизайн сережек также прекрасный. Множество переливающихся, сверкающих, прозрачных камней расположены на каждой сережке. Симпатичный дизайн. На мне такие украшения смотрятся великоваты, но вот маме они очень идут. Ну и цепочка с кулоном. Цепочка здесь интересного плетения. Она напротив крупнее, чем все прошлые цепочки. Сам кулон здесь также крупнее, чем серьги, но дизайн его один в один такой же. Мне нравится, как выглядят с обратной стороны эти украшения. Производитель постарался, чтобы и с обратной стороны они смотрелись также очень красиво. Там они в виде такого резного цветка. Мне нравится, что цепочка здесь не чересчур длинная, когда застегиваешь ее на самое первое деление, но также длину ее существенно можно увеличить, если застегнуть на самое последнее деление. Следующий мой сегодняшний выбор — это еще одно двуслойное ожерелье. Стоимость его 240 рублей. Цепочки здесь абсолютно одинаковые, довольно тоненькие, что мне нравится. На верхней находится кулон с камнем в центре. Причем мне не очень, если честно, нравится, что кулон этот какой-то длинный. Не очень хорошо он фиксируется. И так и норовит постоянно перекручиваться, переворачиваться. На нижней цепочке находится большое количество тонких одинаковых колец, которые при наложении друг на друга образуют вот такой вот сложный узелок. Вот эта композиция мне действительно очень понравилась. И закончить хочу сегодняшний обзор весьма нарциссичным комплектом. На нем находятся кулоны в виде короны. Заказывала я этот комплект не для себя. Я думаю, если вы меня смотрите и знаете, то вы сразу же поняли это. Итак, купить предметы этого комплекта, как всегда, можно как и набором, так и по отдельности. Давайте начнем с сережек. Стоимость их ровно 200 рублей. Также в серебряном цвете они продаются. Застежка их в виде крючка. Под ней расположен крестик. Под ним корона. Внутри крупный прозрачный камень белого цвета. Цепочка с кулоном стоит 235 рублей. Кулон здесь крупнее, чем на серьгах. Он вообще имеет довольно крупный размер. Также в серебряном цвете. Снова вы можете увидеть его, перейдя по ссылке в описании. Если покупать эти предметы комплектом, то стоимость их будет составлять 330 рублей. То есть комплектом, как и все остальное, покупать эти товары намного выгоднее. Это было все, о чем я хотела рассказать вам сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Все ссылки, как всегда, найдете в описании. Подписывайтесь на мой канал, оценивайте это видео, вступайте в мои группы в соцсетях. А здесь мы с вами увидимся в моем следующем обзоре. Прощаюсь с вами до него. Всем до скорых встреч!